еще предложения, кроме «Динамо»? Тоже оставим при мне. Мне, если предложение «Динамовское» на меня устроит и по душе, и по своему пониманию, и мне бы хотелось, чтобы оно состоялось. Вот и все. А другое все убираем. Потому что у меня был очень хороший период работы, жизни. И другое мы ничего не рассматриваем. То есть вам приятно вспоминать тот сезон, который вы провели в «Динамо»? Да, мне все приятно и хочется нового такого же сезона. Ну, вот есть такая поговорка в футболе, не в футболе, а вообще да. Поговорка. Дважды в одну реку нельзя зайти. И особенно это актуально в футболе. Не боитесь, что если гипотетически... Ну, что бояться? Ведь, это, наверное, она не совсем правильная. Валерий Васильевич, он неоднократно входил и везде добивался успехов. Поэтому, я думаю, эта поговорка нам не подходит совсем. Но от вас же будут ждать, наверное, не менее хороших. Ну, результат. Все ждут, конечно. Но тренеры всегда ждут результат. Без результата, наверное, неинтересно работать, без задач неинтересно работать. И нужен обязательно смысл в этой работе. А смысл всегда в спорте – это что? Это победа. Нужна победа. Каждый день нужна. Каждый день, каждую тренировку, каждую следующую игру нужна победа. Вот с этой мыслью, наверное, тренер живет. То есть вас долго не нужно будет уговаривать принимать «Динамо»? Нет, не нужно долго уговаривать. А как вы считаете, где можно, как подготовиться лучше «Динамо» к новому сезону? Каким образом? Ну, уже есть программа. Уже есть программа, я думаю, у президента есть программа, которая новый тренер несет определенный коррект. Вот. Программа на хорошем клубе всегда она уже работает давно. Вот. Кто придет, тот несет коррективы вперед. Вы готовы внести коррективы? Ну, как каждый тренер должен коррективы носить. Когда у вас встреча с Игорем Михайловичем запланирована? Запланирована 23 числа. В Киеве, да? Да. И тут же будет новая информация есть, что вы будете именно подписывать договор. Верите? Ну, я верю в это. То есть, а вы уже обсуждали детали контракта? Ничего не обсуждали. У нас детали раньше мы детали не обсуждали. Руку пожали вперед. Ну, уже такая была предварительная договоренность? Не было. Потому что у меня был контракт с «Локомотивом». Сегодня у меня контракта нет. Сегодня я свободный человек. Мы сегодня можем разговаривать. То же самое, как и у него были свои обязательства перед предыдущими тренерами. Поэтому обсуждений у нас никаких не было. Мы суперкорректно иной раз разговаривали, но эту тему не затрагивали. В одном из своих интервью Мирча Луческо сказал, что вы идеальная кандидатура на пост главного тренера «Динамо». Спасибо, Мирча. Я с глубоким уважением отношусь к его труду, который он очень много сделал для «Шахтера» и для украинского футбола. И те успехи, Кубок УЕФА, победа и воспитание этих игроков, которые пришли бразильцы. Ведь у него бразильцы высочайшего уровня. Они выросли в этом клубе. Не то, что они пришли звездами, они выросли. Это громадная заслуга его. И он находит общий язык. Это достаточно сложные ребята. Находит общий язык, есть уже «Шахтер» ни с кем не спутаешь, стиль его,
команды. Поэтому его такой реверанс в мою сторону. Спасибо, он выдающийся тренер.